Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Умпалт, а мы продолжаем играть в Far Cry Primal. Мы в него что-то вообще до хрена не играли, вообще прям про него забили, поэтому я сейчас к нему возвращаюсь, все-таки начали прохождение, почему бы его нормально и не пройти. Ой, господи, я уже даже азы забыл, я забыл, что тут мне нужно вообще, а у нас по настройкам-то чё? Мышку авиатуры, ускорение версии интерфейса, игровой процесс. Ладно. А что делать-то надо? Пещера Такара, альха. Ну, окей, альха, альхой. Графа сама, кстати, какая стоит. Настройки, видео. Встроенная. Пользовательская. Да графа, в принципе, и неплохая стоит. Чё тут? Так, а альхута? Откуда мне взять? Тем мне что-то подсказывает то, что это моя графа, нифига. Ну-ка. А, видео. Пользовательская, низкая, обычная, высокая. Низкая, обычная. Аста, Горпати! О, видите, сразу разница. Вот это вот моя графа. Да, вот это вот моя родимая. Так, ладно. Карту можно как-нибудь открыть? А, вот сейчас вот я нажал букву N. Так, что тут у нас есть? У нас тут есть неизвестные территории. Дофига всего интересного. Изготовление. Можно... Ёб твою мать. Приманка. Как... И так далее. Так, ладно. А, во. Поджечь, изготовление. Изготовление. А, вот. Два, три. А чё с тобой не так? Ладно, это все есть уже неплохо. Не, ну в принципе, почему бы задание какое-нибудь не посмотреть? Потому что пока я никому не помню, а зверей как-нибудь я. А, во, вот это вот зрение с охотника, а. Навыки, деревня, мешок. Изготовление. О, вот это давай изготовил, почему бы и нет. А это тут-то как? А, ну. Как звереть призу. О, хрена себе мне везет, ладно. А, летение линии. Ага. Зрение охотника. Ага. Послать зверя на Г. Точка наша. Выйти, выбрать бомбу. Во, сову научился зверя. Зверя призвать на Г. Ладно, теперь знаем, что зверя на Г нам призывать надо. Да, да, сильная энергия. Хорошая земля для Вижи. Но чего-то не хватает. Священная хижина лечит потеху. И чё? Священная хижина. Чё тебе сделать-то надо? Альха, шкура волка. А, я понял. Все с тобой ясно. Говнюк ты.
Ща посмотрим, ща найдем твое добро. Что тут у нас? Прогрузочка была. Так, что ему сделать-то надо? Ему надо найти, ну, во-первых, две ольхи. Ой, ты на что? А я могу это кинуть? Конечно, могу. Да в смысле? Эй, дубинку-то не верните. Ой, тьфу, как ты нахрен дубинку копнул. Копье, пожалуйста, на базу. Иди мое копье, я копье проебал. Ну, ёпта, нить. Как так-то? Ладно. Перейдем к другому методу. Че это вообще за штука-то такая? О! Пошла жара. И чё это? Мешок, повод, звериная шкура. О! Навыки. А не, это полное здоровье. Так, мешок полон, звериная шкура. А чё у нас за шкуру-то дали? Изготовление. Мешок. Шкуры, шкура козла, волка, одна шкура. Ну, в смысле? Давай-ка еще покопаемся. Навыки изготовления. Мешок охотника, шкура дикой собаки. Нести 3 приманки, 12 кусков мяса, 12 кусков жира. Можно нести 6 приманок, 20 кусков мяса, 20 кусков жира. Так, ладно, надо это делать. Альху хоть какую-нибудь. А зверь-то призывать могу? Эй. Ладно, вот сову я вызывать научился. А, у меня в настоящий момент нет приручного зверя. Классно. Это ж просто замечательно. А по приманкам-то у меня тогда чё? Сейчас, как там я приманки-то доставал? Приманка. Надо приманку бросить. Вот этот, кстати, странно, вообще что-то подзабыл. А, ну вот, у меня тут вон пока есть все руководства, как что сделать. Вот она, моя помощь-то. Команда зверем, чтобы дать команду прицеле. А, в определенную точку прицелитесь с помощью нажатия Z, чтобы дать команду зверем. И сразу найдите к нему, чтобы... Держите, чтобы установить его здоровье. Если зверь погибнет, то можно оживить меню Б зверей. Меню зверя. Нажмите Б, чтобы открыть меню зверя. Пропавший Винджа, Фигинджа. Аванпосты.
Ладно, пока, нормас. Давай попробуем вот, вот это вот чудо притомить. Вообще кто? Ладно, не будем. Мне вообще надо найти ольху. А у меня зверь-то есть? Ну, конечно, у меня есть звери. Вот. Редкая дикая собака, белый волк. Пожалуйста. Чего у меня? Хренью-то тут маялись. Наврали вы мне. А ольха-то где? Тут где-нибудь обозначается ольха-то. Ладно, походим, поищем. А, точно, зрение охотника. Вот и ольха, хорош. Вообще хорош. А, че еще? О. Здравствуйте. Что-то тут здесь он предлагал? Бин поджигать нам не надо. Искать красный лист. Ладно, еще со зрением охотника побегаем. Понравилось мне это зрение охотника. Вон, взял хренак. И ольху нашел. Че, где тростник? Нет, тростник-то мне не нужен. Мне нужна эта. Что мне нужно-то? Пугай какой-то полетел. Ольху найти надо. Ольху. Самую настоящую ольху. А потом посреди ночи какого-нибудь волка прибить и все. Так, есть? А, вот она. Драгоценнейшая ольха. Так, отлично. Прочная древесина. Так, теперь-то... Что теперь надо-то? Надо теперь найти этих. Здесь бурый мишка ходит, здесь с помощью вежда, сопровождение. Здесь кабаненок. Давай-ка на точку переместимся. Так, во. О, стоп, тут же эта нычка есть. Ребят, у вас же есть шкура волка? А, нету. Новые козлы. О, ночь. Новые козлы, ребятушки. Как так? Нету. Охренеть красота. Большаю. Ага. Ой, шкура волка нужна. Ну ладно, окей, сейчас походим. Что за точку ты не поставил? Не надо никакие точки ставить. Деревня, навыки. О! Навыки. У меня есть один навык. Показать ресурсы, если неподалеку. Неплохой навык. Давай-ка возьмем. Так. Сейчас этого призовем. Волчонка. Это у нас кто? Mm-hmm.
Интересно, а волки-то где? Слушай. Где волки? Давай говори. Давай говори. Опа. Волков не нашел, нашел противника. Хорош. Сланец возьмем. Ну пойдем противника отпиздим. Куда противник-то делся? Опа. Хай, Гуар, дам наш магом. Слушай, волчок, а как тебе, тьфу, блин, команду-то дать? Помощь меню зверю, чтобы... Так, а команда зверя мне что? Здоровье, прицелитесь, нажмите Г, все. О, кабан халявный. Что такое, волков нашел? Ну-ка, прибей нахрен. А волчат-то чё, нет? Вообще мне пипец как... Псы. Упсы-то. Хорош. А то, ишь, ты в крыс нападаешь. Так, ладно, волчонок. Пойдем погуляем. О, ольха. Уже я освоился, так можно сказать. Нормально причем. Так, волки-то где? Волков найти охота. Только волков-то я что-то вот и не вижу. Сам прикол совсем не вижу. Это что такое? Здрасте. Ух, ебать. Сожри нахуй. Ах ты, сука. Дубинка нахуй. А, волки боятся огня, ебать. Жри нахуй, псин. Ну-ка, кушай. Чё, все что ли? О, ебать, нашел. Прям как и планировал. Ладно, братик. Вот я и нашел пещеру с волками. Опа. Давай-ка эту ебани. Он такой сильный-то, ебать. Туши.
Ну-ка еще поешь. Что-то он тебя нормально так покромсал. Ладно, телепортируемся назад. Сейчас будем ему эту хибару делать. Вот такие вот дела. Уже утречко. Заебись, все. Солнышко светит, птички поют. Чем? Такар, такар, да. Такар тебе хибару взял на прокачку. Бальсаю, бальсаю, бальсаю. Смаркака. Принять. Опыт дали. Чё, теперь-то у тебя есть? Гварпати. Лагвальтуши дахата. Салва, винзати балти дайста. Как, надо было просто хибару ему улучшить. Ладно, поговорим с этой силой. Он говнюк, я думал, какое-нибудь наркоманское задание даст. А сила это где? Просила. Теперь больше Винджа приходить к нам. А не идти в наш дом, Сила. А не идти к Такару. Идти видеть хозяина дверей. Пока ты не прийти, я прятаться в пещере одна. Теперь я ходить со своими людьми. Сегодня найти мертвого Уду. Взять его ухо и дубинку. Для тебя. О, хорош. Я бояться утром прийти завтра. Теперь ты сокрушить их, хозяев дверей, их же оружие. Такой, блин, печный, как будто у них прям оружие такое супер модернизированное. Ну хотя хрен знает, на то-то время. Ладно, сейчас мясо будет, судя по всему. На следующий день. Деревня Винджа. Ближний бой, дубинки, быстрое оружие, с помощью которого можно поразить несколько целей одним ударом. Копья медленное, но мощное оружие. Стая, наносящий удар прямо перед вами. Копья более эффективные, если их метать. Удерживать, а затем отпустите, чтобы провести мощную атаку. Мощная атака оглушает врага и наносит больше урон. Зажженное оружие так как держит перед собой. О, вот и бой пошел, кажись. Охотник ниже видит Удум недалеко. Они идти напасть, но Винджи готовы. Ну-ка, пизди, пидораса. Я коровно вижу, уходить и уходить. Ебать, он еле умереть. Хуя он ебаный. Убить всех. Много Удов. Нас много, Такары и его дверь. Ну, ща пизды дадим им и все. А то чё выёбывается? Пришёл тут, значит, на мою точку. Опа, ты чё?
Ну-ка, волчок. Опа, нахуй. Волка не трожь, сука. Пидорас. Бля, я чё, волку в жопу капнул? А как тебе мощный удар, так что ли? Ой, ебать, хорошо прилетел. На нахуй. Мне нравится лично. Бля, волка подпилить надо, ёбаный рот. Так, где еще пидорас? Кого вы там убить-то собрались, ебать? Меня, что ли? Не смешите. Разберись с этим еще. На-на. Кого лечить? Меня лечить? И все, ебать. А вы боялись. А где еще-то? Что-то вообще не вижу. А, во-во-во-во-во, пошла жара. Ах ты пидор. На нахуй. Сейчас с лука нахуй. Опа. Липок. На, ебать, вот это сейчас красиво было. На, поешь. Так. Все, все, спас деревню. Удам еще близко. Иди, Такарка, перейдите. Уничтожить костяные деревья, пусть они боятся. Поберитесь, давай, деревья, Удам. А, он далеко? Ладно. Это сейчас не важно. На, могу еще зверя отозвать. Заебись. Что-то вот тут вот у нас провисло. Прогрузка локации. Не, ну классно, чё. Почти уж добежал. Бля, хуя себе добежал, блять. Тут бежать ты херву. Кучу времени. Неужели контрольный ключ? Блять, да где у вас лагерь-то, заебал? Опасно. А че если я сейчас возьму и прям вот спрыгну?
Ну, по сути-то... А, надо провести разведку, слушай, че это, блин. Раз. Прости камень, чтобы отличить мешок, прикинь, чтобы задать большому и меньшей вероятности умножения света. Черта. И. Ой. Три. А еще есть кто? Это вроде все. Ладно. Выйти. Молодец, сова. Ну чё, волчонок, хуярим. Волк, наверное, не ебанут, как я не буду прыгать. Так. Ну да, он убежит. А. Стопа. Ладно, идем. По стелсу попробуем. Потихонечку по стелсу. А, заебись. Стой, эшкере, блять. Пизда вам. Первый. Лег. Второй. На нахуй. Блять. Лечить. Блять, волку сейчас пизда будет. Ну, блядь. Сука, волка не трожьте. Домой иди. Сука, нет. Волка не трожь, пидор. Волчара, давай, блядь. Где очередная, сука? Он добьет. Ага, опа. Пидорас. Так, ладно, хорош. А как? А, я фишку вспомнил. Сейчас я уничтожу. Или это не так делается? Так что? А, понял. Блять, пизда дубинки, нахуй. Опа, дальше, противнички. Опа, на. Чё, промахнулся, что ли? Хоть я снайпер. Реально лучше работает. Сносно. Опа. Ой, блять. Мать. Сорян.
Сорян, мать. Что-то я это тупанул. Откуда она вообще тут взялась? Вот в чем вопрос-то? Что-то такую взял, хуяк, выстрелил. Ладно, все, заебок. Сносим нахуй. Сюда, дубинки. Сейчас новую сготавливать. А мне типа че, мне не списано дубинки одной. Все ясно. Вы прёте. Бараны. Туши. Кого ты успел сожрать-то там? Ну, мальчом насом. Нападение выбор совершено. Найс. Убивать Ува. Уда Мари. Уда мертвый, Ува еще жив. А ты Куайфа. Он на север вернулся. Но Гаминджа погибать сегодня. Шаджа. Много Удам погибать сегодня. Уинджа Балташа. Вин же сильны, мы живы. Мне нужно ухо Ува. Он не остановится, пока все Вин же не умирает. Скоро он встретит мой клинок. Савинджи. Винджаи. Завинджи. Удам гнев. О, битва за русский. Винджа! Теперь ваш видео. Кто там? Пропавшие Винджа, чтобы открыть ее карты. Пропавших Винджа, обладающих уникальными умениями. Следуйте, урус, верните этих искусных Винджа на вашу новую территорию. Что-то вообще плохое. Так, ну этих-то мы всех найдем. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутенпал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи, всем пока.